Всем привет! Сегодня я расскажу, как я готовлю плов с небольшими секретами. Для этого понадобятся продукты. 700 грамм куриной грудки, 300 грамм моркови, 200 грамм лука и 3 стакана риса. Хочу сказать, значит, у кого есть мясо свинины, можно готовить, а у кого есть мясо баранины, еще лучше. Сейчас буду рассказывать вам, в чем заключаются секреты приготовления плова. Сейчас мы начнем резать морковь. Необычно, не так, как на терке труд. Морковь режу на колечки. Для чего это делается? Значит, эти колечки потом я буду резать на брусочки. Беру, значит, колечки и режу. Этот секрет заключается в том, что когда мы жарим морковь, масло морковь берет не очень много. Морковь получается красивая, обжаренная, сочная, нежная. Вот я порезала морковь. Сейчас я буду резать лук. Лук обыкновенно режется. Мелко. Лук готов, порезала. Теперь приступим резать мясо. Мясо нужно резать кубиками. Где-то сантиметр на сантиметр. Ну вот, мясо готово, порезали, значит, все. Теперь я вам расскажу секрет с рисом. 3 стакана риса я промыла в горячей соленой воде. 3 раза надо промыть. Значит, секрет этот небольшой заключается в приготовлении плова в том, что именно рис нужно промывать в соленой воде горячей. В разогретую сковороду льем масло подсолнечное. Сейчас выкладываю мясо. И сразу солю. Мясо перемешиваю при обжарке. Пусть жарится. Накрываю крышкой. Ну вот, мясо обжарили до золотистой корочки. Сейчас мы переложим это мясо в кастрюлю. Вот, переложили мясо в кастрюлю. Сейчас будем обжаривать морковь.
И посолим немножко. Жарится. Ну вот, пожарили морковочку до золотистой корочки. Теперь можно перелаживать к мясу в кастрюлю. Так, ну вот, морковочку переложили. Сейчас будем жарить лук. Тоже солю. Перемешаю. Все. Ну вот, обжарился лук до золотистой корочки. Большой огонь. Все это выливаю со сковороды сюда. Каждый раз подливаю масло под морковь, под лук. Сейчас это все, эту массу все перемешиваю. Затем сыплю, высыпаю рис. Я все это перемешиваю опять. И сейчас я вам расскажу еще один секрет. Вот как я все это перемешала. Дальше беру. Обязательно нужно вот это все залить кипятком. Не холодной водой, а кипятком. Воды налить примерно на 3 сантиметра выше этой всей массы. Ну вот. Все, теперь как закипит, потом ставим на маленький огонек и через 15-20 минут плов будет готов. Ну вот, сейчас посмотрим, как приготовился плов. Прошло 15 минут. Как видим, вода вся почти испарилась. Сейчас мы выключаем. И еще минут 5 постоит, и он дойдет. Плов. Потом положу на тарелочку, покажу, какой получился. Ну вот, прошло 5 минут, сейчас посмотрим. О, вода вся впиталась рисом. Сейчас положим на тарелочку, посмотрим, что у нас получилось. Ну вот. Какое блюдо. Горячо. Ну вот, положила плов на тарелочку. Посмотрите, какой прекрасный получился плов. Рассыпчатый. Сейчас будем снимать пробу. Какая вкуснятина получилась. Я советую вам попробовать мой рецепт. И жду отзывов. Всем до свидания. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.